сейчас я буду учить моего бота Игот Сулам. То есть, сейчас я его буду учить. Смотрите. Берем. Я специально показываю здесь. Вот так. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Обязательно надо играть подушечками пальца. И вот тут, не близко вот так, а то он может развалиться и упасть. И вот так, например, вот так. И уже на концерте вы подведетесь. И еще надо вот так, типа бы вот так, чтобы не так. Потому что когда я так играю, у меня всегда учительница ругает. Вот такие, типа бы. Не напряженные, потому что это нехорошо. Вы так силы больше тратите, вот так. И сулям, лестница тренирует пальцы. Это тренировка, типа маленькая тренировочка. Вот я сыграю, Тём, можешь отойти? Это я сейчас сыграю по всему синтезатору. Есть еще формат, это такой. Ну, не, ну, я не помню, как зовут. Но он очень красивый. Потому что это простой вот так. А это такой. Это... Я сделаю еще раз с двумя руками, чтобы вы это смотрели хорошо. Я сделаю это помедленнее. Если вы хотите так. Вот. Сейчас у меня не получилось, но это запутает.
Тём, давай, повторим за мной. Чтобы я медленно показал. Не хочешь? Только назад. Не-не, вперед и назад. Нет, я думаю, вперед. Теперь назад. Третий. Тёма. Вот. Назад я тебе показывал. Доходишь до сюда. Я сейчас не эту рукой привык. Вот, смотри. Вот, ладно. Дошел до первого, переходишь на третий. Мы закончили на этом уроке все. Смотрите, он у нас любит все быстро делать. Ну что ж, мы закончили на этом уроке. Пока, до новых встреч.